Десногорске начала работу горячая линия Совета руководителей. За годы работы Совет руководителей предприятия Десногорска решил значительное число городских проблем. Чтобы сделать свою работу максимально эффективной, Совету необходимо знать мнение десногорцев. С целью наладить прямую связь с горожанами, на последнем заседании Совета было решено сделать специальную горячую телефонную линию. Было принято решение о создании или о начале работы горячих линий, которые будут организованы, телефонных линий, которые будут организованы в каждом микрорайоне для того, чтобы получить обратную связь от жителей города Десногорска о проблемах, которые сегодня существуют в городе Десногорске, о возможных путях их решения и вообще ваше мнение о ситуации в городе, о работе нашего совета, для того, чтобы максимально облегчить нашу работу, для того, чтобы получить обратную связь, для того, чтобы те усилия, которые сегодня делает Совет руководителей города совместно с администрацией, они были максимально эффективными. В каждом микрорайоне города действует свой номер телефона. Все обращения жителей будут рассмотрены в Совете руководителей. Наиболее важные из них решены в первую очередь. Уже за первые дни работы диспетчерами линии было принято более 70 звонков. Эта горячая линия уже работает больше недели. Поступают от жителей нашего микрорайона, то есть третьего микрорайона, телефонные звонки и просьбы о выполнении проблем, которые возникают. Жители нашего третьего микрорайона много проблем видят в своем микрорайоне. В первую очередь это дороги, где очень плохо ездить. Товарищи жильцы, не стесняйтесь, звоните на горячую линию, мы вас ждем. На горячей линии Совета готовы принять любые ваши просьбы и предложения. Но важно, чтобы они действительно отражали городские проблемы. Совет руководителей не решает личные вопросы. Он вместе с населением работает на благо Десногорска. Звоните и пишите. Вы можете влиять на то, какой станет жизнь в нашем городе. Напомним, Совет руководителей предприятий и организации Десногорска работает в городе с 2007 года. Председательствует в Совете директор Смоленской атомной электростанции Андрей Петров. Главной целью Совета является использование общих усилий всех предприятий города для решения проблем Десногорска.